Ребята, всем привет! Сегодня 2 сентября. Я выехал половить карасика. Водоем мне совершенно неизвестный. Уже достаточно поздно, 11:30 утра. Сижу я здесь примерно час. Вижу в поляризационные очки, как торпеды плавают карасиные, но пока не клюет. Ну, ничего, подождем. Ловлю на червя на красного. На месте, где пытаюсь ловить, обнаружил коробочку с перловкой. Понятно. Попробуем. Возьмем несколько перловин. Пока рыба отказывается уверенно клевать, нужно подкрепиться. Что тут у нас? О, сальцо с мясушком. Хлебушек, помидорчики, огурчики. Живем. Пойдет. И клев сейчас должен наладиться. По-другому не бывает. А, сошел. Вы видели это? Это просто что-то с чем-то. Так, ребята, ну что бы вы думали, перешел я в другое место, только закинул удочку, камеру не успел включить. Что тут у нас? Посмотрите, какой красавец. Это ж просто настоящий караседло. Вот это да. Будем дальше ждать.
Надо ради приличия взвесить нашего красавца. Интересно, скользкий какой. Интересно, сколько он весит. Не хочет взвешиваться, прям как женщина. Ну такой, 350 грамм. Приличный карасик, я считаю. Таких бы, ну хотя бы штучек 5, и уже нормально. Ну что, ребят, такая вот выдалась рыбалка. Разведал новое место, очень интересное озеро, такое болотце. Думаю, сюда еще нужно будет наведаться. Всего на самом деле было 2 толковых поклевки, одна из них была реализована. Так что не без рыбы, уже хорошо. Кому понравилось видео, ставьте грозные лайки, пишите суровые комментарии. Всем спасибо и пока.